Всем привет! Прошлое видео мое было про мой новый электровелосипед на основе Giant FD806. Тогда я вам просто рассказывал свои первые впечатления. А сейчас хочу показать, потому что так будет немножко нагляднее. Вперед! Вот вы видите электровелосипед. Он сейчас без обвеса. То есть, как говорится, голый. И можно четко посмотреть все его технические составляющие. Давайте начнем с дисплея. Вот вы видите марку дисплея C866. Как он работает? Долгое нажатие, идет включение, и при этом дисплей освещается. Сейчас день, плохо видно, но тем не менее. Освещается подсветка, включена, она горит какое-то определенное время, около, по-моему, минуты. Точно я не знаю, минуту или даже 2 минуты, потом она гаснет. Если подсветка ночью, я тоже не знаю, скорее всего нет, но не уверен. Я в это не изучал эту тему, потому что мне это не интересно. Я думаю, что если даже это ночью подсветка есть, то она будет слишком яркая, потому что дисплей большой. И будет слепить глаза. Вот так. Что мы сейчас видим? Имеется всего лишь 3 кнопки управления. Что мне нравится в этом дисплее, в этом контроллере, точнее. Да, точнее, как, контроллер, наверное, не это. Давайте будем называть его дисплей. Это его простота. С правой стороны циферка 2. Это степень усилия, с которым электровелосипед помогает вам ехать. Чем меньше, тем степень усилия тоже меньше, и электроэнергии тратится меньше. Я нажимаю на 1, и сейчас еще раз нажимаю на минус, и опускается на 0. В режиме 0 вообще все отключено, то есть не работает ни ручка газа, вы видите сейчас, и не работает электровелосипед. То есть вы едете просто на педалях. Переключается очень просто. Кнопка с плюсиком. Одно нажатие, появляется 1. И так до 5. 2, 3, 4, 5. Чем сильнее степень нажатия, вот это максимальная помощь электромотора и одновременно максимальный расход батареи. Мне в городе хватает 3. Это средняя помощь, при которой я кручу педали и одновременно мне помогает электровелосипед. На крутых горках достаточно переключить на 4. И практически чуть ли не на всех киевских горках электровелосипед тянет вас вверх. Кроме того, вот с правой стороны есть индикация. Давайте на 5. Там буква H — это high. 2 раза в минус, 3 medium, low, видите. И вообще индикация пропадает. То есть, собственно говоря, продублировано рисочки, они продублированы цифрами справа. Слева сверху 0,0 км час, понятно. То есть сейчас это спидометр. Уровень заряда батареи, который состоит из 5 рисочек. И по умолчанию вы видите ОДО, то есть одометр. Всего я на нем проехал сейчас 224 километра. Какая индикация в нижней части дисплея? Она переключается средней кнопкой. Одно нажатие переключилось в режим трип. Режим трип достаточно интересный. Он включается, когда вы включили электровелосипед, и выключается, когда вы велосипед выключили, либо дисплей отключается сам. У него есть такая особенность, это ваше текущее расстояние, которое вы проехали с момента последнего включения электровелосипеда. Есть еще один момент. Дело в том, что электровелосипед выключается, если вы просто встали, не выключили вручную дисплей и ушли. Дисплей через какое-то время выключается. И поэтому это значение обнуляется. И оно обнуляется каждый раз при включении и выключении дисплея. Следующее у нас, понятно, вольтметр. Сейчас 40,6 вольта. Это степень заряда батареи. И время, тайм, которое проходит с момента последнего включения дисплея. И дальше по кругу.
В прошлом моем видео я говорил и акцентировал внимание на том, что этот дисплей абсолютно не водозащищен. И говорил о шторке, которую я сам сделал для того, чтобы защитить его от дождя. Сейчас я хочу ее показать. Она у меня всегда находится в пределах быстрого доступа. Вот она. Вся я могу вытащить очень быстро. И если, предположим, пошел дождь, я ее разворачиваю. Теперь я ее накрываю вот таким образом дисплей и просто на липучку защелкиваю. Вот у меня дисплей защищен от воды. Это все можно сделать в течение 1 секунды. Это очень важно, потому что если вода попадет в дисплей, это не гарантийный случай, и вы просто потратите лишние деньги. Теперь мы поговорим с вами о батарее, наиболее важной части электровелосипеда. Я сюда поставил наиболее емкую батарею из всех, которая серийно возможна, подчеркиваю, серийно, 29 ампер-часов, 36 вольт напряжения. И этого вполне хватает, чтобы с моим мотором 350 ватт меня с полным грузом тащил мой электровелосипед, или вез мой электровелосипед. Вот. Я сначала боялся, что батарея не станет. То есть предварительно я приехал в тот магазин, где мне его устанавливали, и мы померили. Потому что батареи устанавливаются сами. Здесь не 18650, а больше типа размер. Я точно не знаю какой, да и, честно говоря, мне это особо не важно. И они устанавливаются прямо вот в этот пластиковый корпус. Встал корпус прекрасно. Как говорится, не дать, не взять. Мне очень нравится, как он здесь находится, как он здесь стоит. И все получилось даже лучше, чем я предполагал. Батарея съемная. В комплекте идут два вот таких ключа. Один ключ я постоянно ношу с собой, второй находится у меня дома. Вот, поэтому ее можно в любой момент снять и поставить. Единственное, что перед тем, как ее снять, нужно обязательно отключить питание с другой стороны батареи. Сейчас мы это посмотрим. С правой стороны батареи вы видите две кнопки. Вот кнопка включения и выключения батареи полностью. Вот это. Это кнопка зарядки. Вот она. Поэтому, прежде чем снимать батарею, мы должны полностью ее отключить. Прежде чем снять батарею, я тоже хочу напомнить, что те два разъема, которые вы видели справа, и разъем, который вы видите сейчас слева, это для ключа, вот он, они тоже абсолютно не водозащищены. Точнее, левый разъем для ключа не водозащищен, правые разъемы, да, там есть резиновые заглушки, но я бы им особо не доверял в дождь, поэтому в пределах быстрого доступа у меня тоже находится самодельный просто чехол. Ну, чехол — это громко сказано. Это просто кусок ткани с резинкой. Но, тем не менее, она водонепроницаемая и свою функцию выполняет. Я могу за секунду достать, раскрыть. И вот таким вот образом защитить мою батарею от дождя. Пока такой, потом я планирую заказать в ателье какой-то красивый смешной чехол с какой-то аппликацией просто для души. Но пока это выглядит вот таким образом, и это работает. Давайте попробуем снять батарею для интереса. Мы ее отключили, вы помните, справа. Значит, вот мы повернули, и, пожалуйста, вот батарея снята. Достаточно тяжелая. Делается это буквально одним движением руки. Тут идет планка. Давайте посмотрим более близко. Вот таким образом выглядит планка для батареи. Крепится она на трех винтах. Вот. Этого вполне достаточно, чтобы батарея при любой тряске находилась на своем месте. Кроме того, при большой необходимости можно возить с собой еще одну батарею и таким образом менять их, если это разрядится. Это тоже, кстати, хороший выход. Поставили, замыкаем
все, пожалуйста, батарея на месте. Также вот эта функция, она обязательно нужна, во-первых, в путешествии вам надо будет, возможно, зарядить велосипед там, где нет розетки. То есть где-то в гостинице внизу вы оставили велосипед, сами сняли батарею и в комнате поставили заряжать. Либо, например, на заправке, когда вас не пустят с велосипеда внутрь. Либо зимой при хранении, потому что при минусе ее хранить нельзя. Если велосипед стоит в гараже, то батарею надо снять и принести в нормальное место с комнатной температурой. Так она проживет дольше. Вот таким вот образом. Теперь сердце электровелосипеда — это его мотор-колесо. Давайте посмотрим поближе. Вот так оно выглядит, мотор-колесо. Это редукторное мотор-колесо, достаточно недорогое. Оно абсолютно гармонично вписалось в этот маленький велосипед. Здесь вы видите 6 передач, кассета на 6 звезд. И у меня родная была уже на 6 звезд, и точно такую же я поставил. И вы можете видеть, что мотор-колесо абсолютно гармонично, спокойно вписалось и встало вместе с родным количеством передач. В магазине, в котором я заказывал, мне поставили усиленный обод. Вот так выглядит обод. И более толстые спицы, чем стоят обычно. Следующая часть электровелосипеда — это контроллер. Я не знаю, какая марка контроллера поставлена сюда, потому что в спецификации и в чеке, который мне дали, марки нет. Там сказано просто контроллер универсальный. Я решил этим ограничиться. Контроллер идет вот в таком пластиковом боксе. Вот. И именно эта часть велосипеда отвечает как раз за управление, в принципе, работой электросистемы в вашем электровелосипеде. От него идут провода. Вот. Вот вы видите разъем. Этот разъем необходим для того, чтобы вы могли снять заднее колесо при его размортировке. Ну, если есть такая необходимость, при пробитии и так далее, и тому подобное. Что хочу сказать по поводу заднего колеса. С ним у меня вышло небольшое приключение. Я о нем упоминал коротко в прошлом видео. Скажем так, сюда сейчас встало колесо размера 2 на 1,95, и встало оно впритык. Вот вы сейчас можете видеть расстояние. Давайте попробуем с другой стороны посмотреть, потому что тут цепь мешает и плохо видно. Вот с этой стороны видно лучше. Смотрите, какое расстояние между шиной и боковыми дропаутами, боковыми алюминиевыми стойками. Да, совсем-совсем маленькое. Но тем не менее оно есть, это расстояние. И если не ездить по глине, то ничего не цепляет, все хорошо. Но надо более точно выставлять расстояние, если вы бортируете колесо. Приключение у меня с этим колесом было примерно следующее. То есть я, когда начал искать типа размер, я приехал в магазин на комбайнеров, это бывшие землячки, и у них купил шину размера 2 на 1,75, и их мастерская мне сказала, что поставить они этот типа размер не могут, потому что у меня нестандартный обод. Мы сейчас вам все порвем, шину порвем, обут погнем, в общем, нет. Я очень расстроился, потому что, ну, родная резина была очень-очень слабенькая, и грузить ее нельзя практически ничем было. И я позвонил в ту фирму, где мне установили. Ну и, в общем, мне сказали, если коротко, приезжайте, мы к вам все сделаем. Я приехал к ним на следующий день, и вот таким образом я поставил их, купил у них резину 2 на 1,95, и съездил уже с этой резиной в первый свой поход, груженный достаточно сильно на 120 километров. Тьфу-тьфу-тьфу. Все прошло очень даже хорошо. То есть сюда становится максимальная резина назад 2 на 1,95, но становится она впритык. Ну, опять 120 км уже больше, полет нормальный. Вот здесь я сейчас поднесу ближе. За передней звездочкой, вот покажу, извините, пальцем. Вы видите такой диск.
Давайте посмотрим с другой стороны. Вот здесь видно более хорошо. Это датчик системы ПАС. Для того, чтобы поставить датчик системы ПАС, мне пришлось поменять. И здесь были наборные насыпные подшипники. И мне пришлось их поменять на пром подшипники. Это понесло дополнительные расходы, но это того стоило. Система ПАС — это очень важная штука. Я сейчас практически езжу только с этой системой. Я не давлю ручку газа, вообще ее не трогаю. Единственное, что я делаю при движении, это иногда переключаю кнопкой плюс или кнопкой минус степени помощи электровелосипеда на ходу. Все. Все остальное делает система ПАС. В прошлом своем видео я более подробно об этой системе рассказывал. Сейчас повторяться не буду. Вот, таким образом, в купе с багажниками, вы их уже видели. Если у вас будут вопросы, может кто-то спросить, что за багажники. Багажники эти я заказывал индивидуально, заказывал в городе Днепре. Это не реклама, я за них заплатил полную цену. Просто для того, чтобы мне отвечать 150 раз на вопрос, что за багажники, делает их Петр Великанов. Он есть и в Фейсбуке, он есть и в Инстаграме. Пожалуйста, если вы в Украине, ищите, говорите с ним. Он же мне сейчас делает велоприцеп на заказ, который я сейчас жду. То есть все вопросы по багажникам, если что, то к нему. Багажники пока зарекомендовали себя прекрасно. Претензий у меня к ним никаких нет, они этих денег стоят. Таким образом, багажники плюс электросистема из моего маленького складного велосипеда получился этакий такой мини-туринг, но с очень большими возможностями. Что касается зарядного устройства, в комплект идет вот такое зарядное устройство. Провода не вынимаются. Там написано, что оно универсальное. Данное устройство сейчас попытаюсь снять, чтобы так не отблескивало. Вы можете видеть на экране. Единственное, что хочу предупредить. В магазине мне продавец посоветовал сначала подсоединять к розетке, а только потом к батарее. Я считаю, что это неправильно. Я специально пришел домой. Там была инструкция, на английском инструкция. Я перевел эту инструкцию. И там было четко написано, что сначала это устройство подключается к батарее, а только потом оно подключается к розетке. Ну, собственно говоря, так написано во всех устройствах. У меня к Segway тоже так написано, почему я немножко усомнился. Вот, поэтому я подключаю сначала к батарее, а только потом к 220. На этом все. Спасибо, что вы были со мной. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите мой канал лайком и подпиской. Я вам желаю всего самого хорошего. До свидания.